Всем привет! Сегодня мы с Анелей, Момо и Зерде будем играть в Спектр. Пожелайте нам удачи. Все, погнали. Так, что, я беру вот эту вот дичь. Вот эту вот дичь. Мне нужен фонарик. Вот эту вот гню, а еще... Давай я тебе книгу, ты мне камеру. Я планшет взял. Ну, блин, я камеру хорошо поставлю. Ну, давай. Да. Или она не ставит. Ну, выкинь. Вот. Все, на, держи. Все, пойдемте, люди. Люди, пойдемте. Да. Это аркада, это не клуб. Это аркейд. Это аркейд. Почему фонарик не работает? Фонарик работает, включи просто его. Так. Короче, тихо. Тут, короче, тихо. Как я сюда зашла, тут тень какая-то пробежала, меня черная. Я реально говорю сейчас. Иди нафиг. Я сюда куда-то поставлю камеру. Да ладно, я тебе буду мешать. Будь здесь стоять. Потому что якобы тут, по словам Момо, пробежалась тень. Тень пробежалась, блин. О, тут 7 градусов, тут реально капза, тут нас убьют. Нас едят. Чего вы сразу выходите? Ну ладно, я тоже. А мы в курсе то, что мы уже, походу... Стоп. А почему у нас грузовик рядом с этими аркадами стоит? А обычно грузовик очень далеко находится от какого-то либо поместья. Что-то здесь новое. Нам далеко, мы решили вот так. То есть у тебя ЕМФ даже желтого оттенка дошел, что ли? Да. У тебя, Анеля. Почему нет? Потому что там у нас 4-е задание выполнено у ЕМФ, только у Анели. Анели, ты что-то Анели? Знаешь? Анели, вы что-то от нас скрываете? Анели от нас что-то скрывает. Все, пойдемте, ладно, не трусим. Я хотела только, чтобы плохое слово сказать. Не говори плохое слово, не надо так делать. Короче, блин, этот призрак уже, он, короче, не дает нам включать свет. Это уже какая-то либо улика, доказательство, что это может быть какой-нибудь Димон. Нет, не Димон, а Шадоу какой-нибудь. Потому что Димон включает свет. Ну, типа, мы можем включить свет потом. А у остальных почему-то мы не можем потом свет включать. Что за хрень? А нет, вот здесь можем. Вот здесь мы не включали, можем. Но здесь красиво. Смотрите, это просто демон. Я не знаю, полтергейст, это просто писюн-какашка. Нифига. Это нам нужно найти кости и это... Письмо. Так. Я не услышала, точно письмо сказала она. Я сказала письмо. Нет, ты сказала письмо. Ну ладно. Все, можно включать. Нет, свет можно. О, это хорошо. Значит, это Димон. О, нет. Что, уже? Ты поставила какую-то? На С, скажите, что это? О, записка. Какой записка? Ты вообще кто? Вот я ты кто помню. Ходит от этого? Вот кто это ходит? Минори, это Анеля ходит. Я что? Туалете, забрала кость. А, молодец. Так, нам нужно найти... А тебе нужно забрать кости или только одну? Одну? О, я уже выполнила одно задание. А там же не было задания забрать кость. Это, не знаю, это дополнительная дичь какая-то в игре. У кого планшет? Мы все задания выполнили, прикиньте, мы все задания выполнили. Осталось только определить тип призрака. У кого это планшет? Дайте мне планшет. У кого планшет? Планшет. Please, планшет. Это дневник, который ты обменяла мне на камеру. У меня камеры нет, я ее поставила. Сейчас буду смотреть. Но пока что ничего подозрительного нет. На, кто хочет посмотреть? Кто хочет камеру посмотреть? На, посмотри. Пожалуйста, я хочу. Потом мне, да, я тоже хочу.
речь. Дай мне. Опа! Слышно? Да, да, да. Потом я. Стив Ли. Да. Как убрать? Стив Ли. Какой-то Стив Ли. Это чё? Никого нету на камерах, забирайте. Это Димон, да? Кто забрал мои очки? А, не знаю, кто забрал. Спасибо. Люди, нам нужно теперь определить и призрака. Короче, у кого книга? Кто ее оставил? Кто-то оставил книгу? Я дала книгу. Ну, ты ее оставила? Я оставила. Вот это ты гений, конечно. Вот. Кинь ее вот где-нибудь сейчас, где градус самый пониженный. Вот тут вот где-нибудь. Вот, вот тут, где я стою. Подожди, да я ее заберу. Где? Здесь градус меняется прям жестко. То 7, то 8. У меня почему-то... Так, что тут? Да, не закрывайте дверь, а то он реально закроет, и нам потом кобзда. А что мы ищем-то, кстати? Да, нам же сказали определить призрака. Да. А мы ничего не знаем. Нужно, наверное, подождать, когда, он придет к дверям. Ну, может быть, но еще эта книга тоже влияет. Он, если что-то напишет, уже можно понять, что это какой-то там призрак. Да. Это кто? Кто нарисован тут? Я откуда знаю, какая-то анимешка. Это фиг пойми, что это. Опа-на! Он запер меня! Он запер! Убегай! Убегай! Хоть куда вообще? Дверь открылась. Да. Чё, Анель, ты выжила? Кто это там стоит? Это... Там кто-то стоит. Это Анеля. Где? Там кто-то... На камерах посмотри. Кто камень? Убил нафиг. Он ее убил. Да, Анель, почему ты сдохла? Ты могла убежать. Да, я убегала... Меня ты ходила, ты на каждый не нажила на убегать, нет? Анель, ты же говорила, что нужно идти прямо, если он за тобой, иди. Я убегала. Я же говорю, я старалась. Ну, блин, что сразу? Ладно. А что, там ничего не написано? Кто закрыл? Кто закрыл? Это не я. Это тоже не я. Страшно. Я пошла. Да не надо пока что туда ходить. Да тут на дверях нет никаких следов. И на дневнике нет. А Димон что-то пишет? Сейчас, подождите. Я не вижу. Как его там зовут? Как его зовут? Димона. Блин, Анеля, мы бы сейчас... Мы как раз все задания выполнили, все бы сейчас выжившие уехали. Стив Ли. Он белый. Стив Ли. Не хочет. Что ты что-то орешь? У тебя нету этого радио, как у меня, что это пойми. Мне кажется, это там и должно быть, какая-то штука. Она голубым таким свечит, это что? Да, должно быть так. Да? Что-то подозрительно. Я по камерам посмотрю, может появится. Ну посмотри. Нету его. Его нету, тупо нету. Ну хорошо. А нет, да. Это не хорошо. Ну тогда сейчас выберем, что за Димон. Жмите на книгу справа. Справа, около... Не жми на это. Жмите на книгу справа. Видите книгу? Около... Нет. Около кнопки светить есть книга. Да. Так, теперь листайте до конца, и там должна выйти... Сейчас... Во, там должна страница быть такая, где написано Ghost Adventures Log, там вот Kick,
Кик и Adventure Fund, туда EMF 5 ставьте, все. И потом выбирайте призрака. Здесь только написано про Ирух и Игу. Да, вот, выбирай. Нет, ты первые все три кнопки на EMF 5 поставь, а остальные надо выбирать. Какие? Чё за это призрак был? Я не знаю. Ну, давайте выберем Шадова. Шейд. Шейд, давайте выберем Шейда. Шейда? Давайте. Да. Да, потом... Шейда выберите, потом... Выбрали? Да. Все. Старт. Раунд. Ой, то есть все, енд. Енд. Сейчас мы посмотрим, кто это был. Кто это был? Любит говорить. Спирит. Спирит. Это был... Спирит. Спирит. Это да, Спирит. Спирит там написано. Да-да-да, что? Неинтересно вообще. Не круто. Спирт. Спирт. Окей, так. Тогда я ставлю на хард, и на аркады неинтересно, честно. Давайте какой-нибудь домик. Вот этот домик. Больше, пожалуйста, не надо... Пожалуйста, больше не надо выбирать вот это, не знаю, храм или что. Где? Приют или что это? Да я не помню, это приют вроде бы. Мне тоже кажется, что это приют был. Это привейт. Там написано Привати хаус. Так, а что мне? Ля. Я уже беру вот эту. 12 Ой, градусов, ё. Пока что все окей. Бля. Это, кстати, на хард стоит. Ой. Зря я сказала, нужно выбирать хард. Ой! Тут 7 градусов. Закрыли двери! А чё так в первом раунде сразу? Беги. Сзади меня. Я беги. Ты не смогла. Что? Не смогла. Он, если за тобой бежит, всё. А чё он меня с первого раунда убил? Это не честно. Это Игуй, наверное. Не помню. Должен быть. Смотри, он белый, длинный, короче. Он не белый. Он бежевый. Да, он не бежевый, он какой-то такой серо-бежевый. Ну да, какой-то ну, что-то он такое. Как будто живой, типа не живой. Так. Смотрю, значит... 5 градусов 9. 8, 30, 8, 7, 9. Так. На первом этаже пока что ничего не наблюдается. Сейчас посмотрю точно так. Здесь ничего нету. Короче, как я смотрю, в этой комнате было 7, но я не знаю. Да тут каждую секунду эти градусы меняются. Я просто, знаете, мой минус, я не знала, куда идти, пошла прямо, и он передо мной выскочил. Я назад шла быстро, и он меня все равно убил, потому что он быстрее идет. Вот так вот. О, свет мигать начал. 7 градусов быстрее уходи, Анеля. Сейчас, ну тут никого нет так-то. Я сейчас наверх заберусь, посмотрю, он там или нет. Но его точно наверху не должно быть, потому что он внизу ходил и куда-то там вправо ушел. Примерно. Да, Нейля, они сейчас двери закроются, и ты сдохнешь. Слава богу, у меня родителей дома нету. Так. Тут комната норм. Крутые. Сейчас я отойду на пару минут. Я нашла кость. Кого направить на кость? Нет меня, я сейчас приду, подожди. Окей. Мама, тебя направить на кость? Нет. Аннеля, тебя? Аннеля, тебя?
Нет. Анель, иди. Клянусь. Анель, короче, иди вправо. К лестнице наверх. На второй этаж. Поднимайся. На второй этаж. Наря, вы точно там нету? Нету. Так наверх. Вот когда забралась, значит, налево поворачивайся. Налево. Все, иди так прямо. Припомню. Сейчас не вот так... прямо идешь, и опять налево поворачиваешься. Господи, Зена, ты меня напугала. 7% было, когда я повернулась. Иди прямо. К тебе. Зену! Когда, Зену, смотри Сену, мне Сену. Прямо в глаза. Сену, смотри Зену, мне прямо в глаза. Ты мне врешь. Правильно? У тебя было 7. Ты что для призрака? Иди вперед. Что? Влево, 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 вперед. Вперед. Чё-то я забыл. Откуда я вышел? Так, сейчас. Было 6. Зену, было 6. Так, не вот эта комната. Не вот эта комната. А я это не я. Вот тут кость лежит. Стой, Зена, не ходи туда, я сама, если что, могу включиться. Вот она рядом. Иди назад, назад, иди назад, назад, иди назад, назад. Прямо иди. К столу, иди, к столу, иди, с компом. К столу с компьютером иди. Да, вот, к столу с компьютером. Нет, 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 повернись налево. Налево повернись. У нее, прикиньте, зеленые на желтую уже сейчас придет у Анели. Анель, налево. Да у нас что, тут 7, то 6, то налево. 13, то... Налево. Я смотрю. Он тут, Анеля, он тут. Он назад тут, уходи, тут, убегай, убегай, убегай. Нет. Анель, зачем ты стояла? Я же тебе сказала, возьми здесь кость и убегай. Анель. Бля. Он черный, кстати. И остались две сыкухи, которые даже не зайдут на порог двери. Короче, тогда я вас к кости направлю. Где найти? Я и так уже много раз. Давай ты, я уже ходила же, иди ты. Иди ты. Иди ты! Давай, давай, Сифа, давай, Сифа. Кто сдохнул первым, давай. Камень, ну что ты была? Как вы там камень, ножницы, бумагу играете? Кстати, давай, стой, давай, если... Давай я сдохну, ты, я буду тебе говорить, ты пойдешь. Ой, нет. Я не пойду туда. Уже видишь, тут дверь закрылась. Вот видишь, судьба, я не должна ходить. Ненормальные. Анеля вообще близко к кости была. Она рядом с компьютером стояла, вот прям рядом со столом компьютерным. Она бы взяла и назад повернулась и ушла. А этот Димон там появился. Он черный, кстати. Да, это вот Димон? Так вот. Димон. Димон? Ну, я не уверена, что это прям Димон, но мне кажется, это Димон. А где Анель, кстати, в виде призрака? Идите вперед, кто пойдет? Кто пойдет? Нет, не судьба. Не судьба? Я просто хочу сдохнуть. Я сдохнуть хочу. Все. Ты хочешь сдохнуть, иди. Я пойду и сдохну. Ну, ты хочешь сдохнуть. Я все, иди. Сдохнуть. Зену, иди. 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 Зену, иди прямо. Я тебя направлю к кости. Я тебя направлю к кости. Прямо. Прямо иди. Да прямо. Я пошла. Ну иди. Так иди прямо. Прямо иди. Иди прямо.
Иди прямо, прямо иди. Прямо иди, говорю, Зено. Прямо иди. Теперь на второй этаж забирайся. Мама, пойдем тогда. Мама не боится. Мама молодец. Иди вперед. Наверное, на второй этаж. Сейчас ты сдохнешь. Да. Я заору на весь дом. Теперь налево, 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 налево. Нету налево, да-да-да. Не вниз, ты вниз спускаешься. Нет, назад иди. Назад иди. Назад иди. Назад иди. Назад иди. Да я назад иди. Назад иди. Куда? Прямо иди, прямо иди. Прямо, прямо иди, да-да-да. Теперь налево поворачивайся. Да не туда, зачем туда поворачивайся? Идешь прямо и налево. Налево, от твоего лица лево. Вот где лево? А! Назад. Вот. Назад. Вправо. Прямо, прямо, иди прямо. Иди прямо. Вправо, 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 вправо. Все, иди туда. Налево, 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 налево. Нет, ты куда идешь? Налево, 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 иди. Прямо, прямо. Куда, сюда? Назад, назад. Да. Назад. Налево теперь иди. Прямо, 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 прямо. Прямо. Плохой Яндекс-навигатор. Прямо иди. Прямо. Стой, Том, ты стой. Стань там. Почему ты сдохла? Направо. Да? Иди. Тут, сейчас посмотрим, что тут. Да, направо. Направо, направо, направо. Ты где? Прямо. Нет, да куда? Прямо иди. И сдохла. Да, 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 туда. Налево, 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 налево. Большой холм, большой. Назад иди! Да ты не знаешь, что такое лево, что ли? Назад иди. От твоей воли, да. Теперь прямо иди к компу, иди к компу, иди. Вправо. 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 От твоего лица вправо. Да, прямо иди. Прямо. И вон кость лежит. Вон кость лежит. Вправо. Всё. Я вижу. Возьми кость. И налево иди, теперь налево. Возьми камеру, возьми камеру. Камеру возьми. Возьми. Вон она. Возьми. Возьми. Что ты меня пугаешь? Возьми камеру. Выкинь что-то, не надо. Да-да-да. Возьми камеру. И поставь ее вот где-то вот тут около. Ну, короче, где ты стоишь, повернись налево. Налево повернись. И вот тут поставь. Да? Нет, направо теперь. Ставила, блин. Ты неправильно поставил. Надо поставить так, чтобы все видно было. Да, вот так поставь, да. Как ты стоишь. Да, 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 да. Как я поставить, я не понимаю. У вас там на компе должны быть клавиши, что ли? Е. Что там такое? Нет, не Е. А что? А что там? Все, ты поставила, молодец. Теперь уходи отсюда. Топай. Как? Топаю? Топай. Налево, налево. Так куда ты в окно идешь? Вправо. Иди, иди, иди. Вправо теперь. Вправо. Да, иди прямо. Налево. Направо, точнее. Направо. Влево, 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 да? Влево. Да? Да, иди прямо. Ну вот, видишь, Зена, я не сдохла. Ты сдохла. В итоге сдохла Зену. Направо. Зена убийца. Она сдохла? Да, Зена сдохла. Иди прям. Назад, назад, иди назад, иди назад, 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 назад. Беги, 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 беги. Беги направо, 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 беги направо. Налево, 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 беги, 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 не бойся, не бойся, беги, 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 беги. Беги, 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 беги. А, он тебя сейчас убьет, он тебя сейчас убьет. Он тебя убьет. Он тебя налево, налево, налево. Да, убьет. Я ж говорил, сдохнет, я ж говорил. Ну, жаль, жаль. Я о том же говорю, я так же бежала, он меня убил. Назад, вниз спускаемся. Я не налила что-то сдохнет, я на них порчу навела. Гений просто. Это Они? Это Они? Это Они? Это Они? Да, это Они. Офигеть. Да.